Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений можно зарабатывать на просмотре видео и сайтов. Я, друзья, сегодня проверила этот бокс на вывод. Я утром писала видео Fast Hits 4U. Сегодня по этому боксу. Вот, на данный момент у меня такая сумма. Минимальный вывод отсюда 5 евроцентов. Платит в евроцентах. В евро. Вот. И я проверила, вы скажете, а как же я так быстро набрала? А все очень просто. Значит, вот здесь, где мы зарабатываем, ПТСки я еще просматриваю. YouTube я все видео просмотрела. И вот здесь, друзья, таск, вот это, кликаю, и здесь задачи, задания дают. И вот я выполнила вот это вот задание, YouTube видео. Пожалуйста, выполняйте и получайте. Мне дали 0.25 евроцентов. Переведу на русский, что нужно сделать. Длительность видео плюс 3 минуты, ну, более 3 минут. Качество видео плюс 360, я не знаю. Да, а у меня 720. Описание. Укажите свою реферальную ссылку. У меня это все сделано. И я только зашла на свой YouTube и изменить видео нажала. Как бы и вставила вот эти вот хэштеги. В описании под видео себе. Далее я вставила, сохранила, взяла ссылочку с YouTube и вот сюда нажала, вставила username свой с проекта, вот с этого бокса, свою электронную почту и ссылочку на YouTube. Вот, и отправила. И мне через несколько, там, не знаю, пару минут, мне пришли денежка на основной баланс для вывода. Но мне же надо проверить его на вывод правильно. Как же я ж так не могу? Я пошла, поставила денежку на вывод. И, пожалуйста, 21 мая, 21 год, перевод выполнен. Pair у нас берет комиссию 0.26 евроцентов. Так, комиссион вывод там от fasthits4u.com. Далее что? Я вот это все скопировала. Перевела все вот на английский язык. И что они здесь в комментарии написали, оказывается. Выплата комиссии. Ну вот, пожалуйста, разместите доказательства на нашем форуме. И вот это вот что-то, не знаю. И получить 1% от вывода на баланс аккаунта. Значит, я пошла на форум. Уже разместила. Вот кликнула сюда. Проф. Вывод вот этот. И вот. Ой, так. Вот мой вывод. Мой логин. Как видим. Кликаю. И, пожалуйста, вот у меня пост 1. 0.26 евро. Баланс мой. А, тут количество рефералов. Но вот это все на английском языке я отправила. Так. Вот. Далее возвращаюсь. И вот что-нибудь здесь еще про 1%. Давайте посмотрим. Так. Переводим на русский. И читаем. А вот ссылка на форум вы должны опубликовать. И вот ссылка на вот это, где вы должны опубликовать, нажмите здесь.
Ага, что? Имя пользователя. Так, ну это ладно, это я потом прочитаю. Далее что, друзья? Вот нажмите здесь. Что это такое, я вот не знаю. Ну ладно. Что еще я хотела вам сказать? Опускаюсь совсем вниз. И что? Каково мое удивление? Вот видите здесь ссылочки на соцсети Facebook и Twitter. Есть страница на Facebook у них. Кликаем, сейчас попадем на Facebook. Я этого, конечно, не ожидала. Не во всех, конечно, буксах есть. Я поставила, естественно, нравится. Вот они, Telegram-чат. Официальная группа. Официальный канал. Тоже можно все присоединиться. И вот у них есть как бы здесь на Facebook страничка. Можно также написать сообщение при необходимости. Вот. Ну что, друзья, все замечательно. Бокс платит. Я продолжаю работать. Ну, а вы как хотите. Вот. А, вот мне еще сообщение пришло. То, что я... Вот, администратор. Что он мне тут написал? Переводим на русский. Сумма 0,25 евро была добавлена на ваш счет для выполнения задачи YouTube. Ну, в общем, ля-ля-ля тополя. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я продолжаю работать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.